Всем привет, я в магазине «Кари», город Орск, остановка Комсомольская площадь. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Какие лакированные сапожки. 2500. Черненькие такие. И шнурок, и молния. Здесь только... здесь тоже шнурок и молния. 3. Еще одна модель. Эти тяжелее всех остальных, тоже 3. Этот Челси. Черные, такие зеленоватые и бежевые. 3600. Искусственная кожа. Вот эти кроссовки мне понравились. Такие красивые. Такой цвет изумрудный. 3700. Написано состав замша, ткань и искусственная кожа. Здесь и замша, и вот искусственная кожа и ткань. Ну, красивые, конечно. Вот серые такие, но они уже так не смотрятся. А вот изумрудные вообще капец классные. И черные так уже не смотрятся. Это тоже, смотрите, какие изумрудные. Зеленые. Вообще очень красивые. 3300. Искусственная кожа. Это Челси. Вообще в изумрудном цвете. Я летом снимала. Там было очень много обуви. И босоножки, и туфли. И вот еще одни хочу показать. Вот тоже Челси. Только немножко другая модель. Тоже все искусственное. Были 2800, стали 2300. Вот. Есть еще Челси, только молочного цвета. И тоже со скидкой. Вот Челси. Нет ценника. Это немножко другой цвет, но все равно 2500. Вот, смотрите. Немножко отличается. А это еще потемнее. Это 2500. Тоже. Что-то Челси очень много. Ой, слава богу, нет. Видите, просто молния. Челси же обувать очень тяжело. Надевать очень тяжело. Или обувать, как правильно. А это такие же, как зеленые, рыженькие. Вот. Еще и серо-черные или черные, непонятно. Я думала, все, а вот и черные. Вот они отличаются немножко. Какая интересная подошва. Ой, какие они легкие-легкие. Наверное, боюсь, что лопнет подошва. Очень легкие. 2800. Тоже Челси. Лакированные. 2800. И такие вот текстиль. 3300. Две с половиной. И такие же черные. Серые. 3500. Вроде проходит мода на трактор. Подошва трактор. Но в этом году еще актуально. Вот, смотрите, тоже текстиль. 2500. Несколько расцветок. Есть черные, серые и бежевые. Есть с чулочком. Кожзам и вот текстиль. 3200. На молнии коротенькие. 3000. Светлые. Были 3, стали 2500. И еще в одном цвете. Две с половиной.
Нет ценника. А, нет, есть 2,5. Чем-то похоже вот на эти, но не они. Тоже натуральная кожа. 6200. И резиновая подошва. Тоже натуральная. Резиновая подошва. Ценника нет, но, наверное, так же. Потому что цвет только разный. А вот смотрите, с белой подошвой. Alicia Ness. 6000 натуральные. Тоже 6, тоже натуральные. Даже 7. Здесь 6, здесь 7. А здесь 6 все-таки. Бежевые. Нет ценника. Серые. 5. Нет. Тоже нет ценника. Не знаю почем. Были 3300, а сейчас 999 такие. 1000 рублей. Нормально. Натуральные 4200. Смотрите, все в пряжках. Еще и мысок квадратный. Молния спереди. 5000. Здесь обувь из натуральной кожи. И вот тоже такой же мысок, как и на этих, только без пряжек. Небольшое украшение. 4,5. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.